Самые последние модели для детей, для мужчин и для представительниц прекрасного пола. Главная идея этого показа моды – приблизить модели прет-а-порте к обычному покупателю. Метров настоящего гламура, доступного широкой публике. На самой модной улице Варшавы, Краковское предместье. Уже подсчитано, в течение дня все манекенщицы на шпильках пройдут более 50 километров. Новые модели летнего сезона, которые только на следующей неделе поступят в продажу дорогих магазинов. В моде нынче яркие краски, обязательно вечернее сочетание черного и белого. Акцент на натуральные материалы. Лен всегда был и будет в моде. Наша главная идея – отказаться от синтетических материалов, от пластика в одежде. Я в своей мастерской работаю с этим материалом уже много лет. Отдельно в центре Варшавы демонстрируют предметы бижутерии и ювелирные изделия от лучших домов в Лондоне и Париже. Суммарная стоимость некоторых из них достигает сотни тысяч евро. Сегодня в нашем меню самые последние образцы европейской бижутерии. Мы специально это сделали в виде фуршета. Все подходят поесть, а на тарелках видят бриллианты и изумруды. Wozu Street Fashion Show – показы моды для широкой публики проводятся в польской столице уже несколько лет. Июньское событие привлекает сотни журналистов и фотографов со всей Европы. Законодатели моды, французы, удивлены. Мы действительно удивлены. Да, у нас в Париже проходят недели моды, но это закрытые показы в помещении. А здесь все открыто. Любой может посмотреть, и все это длится целый день. В течение одного дня зрители увидят коллекции нескольких десятков польских модельеров. Но самый главный сюрприз – это ночное дефиле, во время которого польские звезды будут показывать лучшие модели нынешнего сезона. Александр Безумов, Дмитрий Лац, наши новости, Варшава.